собрать бы воинство поэтов всех воедино. Певцов, танцоров, скульпторов, художников, творцов, фантастов, литераторов, всех пахарей культуры. И совершится в мире переход. Придут законы новых осмыслений. Не элитарным быть аристократом духа, а всех создать поэтами от Бога. Вот это воинство всесильно над разрухой. И созидает мир через культуру. Здравствуйте! В эфире 10-й юбилейный выпуск программы «Мир через культуру». Культура, она напрямую связана с понятием духовности. Вот как подсолнечник всегда тянется к солнцу, так и дух под действием благодати Божией развивается. Постоянно ребенок должен слышать родительский голос. Что может сделать отец, ну, в данном случае для своих детей, но, я говорю, для будущих, можно сказать, вполне, это любить мать. Весна – это какое-то, должно произойти волшебство. Кажется, что вот эта завеса, пелена, да, вот как вот в сказках показывают, между двух измерений открывается какая-то дверца потайная, и вот она сказочная страна, и вот она на тебя нахлынет сейчас, и случится какое-то чудо. Мы все воодушевлены этой природой, мы все ее любим, и каждый, как может, он ее в стихах воспевает. Когда душа поет, человек пишет стихи. Здесь, на Таганае, в этих местах когда-то жили люди очень чистые, нравственно, духовно. Златоуст – это мой замечательный родной город, потому что у меня там родилась мама. Внимание, анонс! В Златоуст приезжает наш старый друг, известный кинорежиссер из Санкт-Петербурга Сергей Карандашов с премьерой своего фильма «Странник». Надо доверять тому, о чем ты снимаешь, своим героям. Или не снимать их тогда, или пытаться к ним приблизиться и понять, чтобы они сами своим существованием на экране, а не только словами, чтобы они о себе говорили. А может быть, и говорили то, что они даже не хотят о себе сказать. Приходите 4 апреля в ДК Победы в 19:00. Вход свободный, а фильм просто замечательный. Сегодня, как и всегда, мы вместе с вами смотрим на этот мир через магический кристалл культуры. Современное общество шутку называют общежитием телезрителей. Действительно, телевидение стало для людей средой обитания. Оно единовременно влияет на огромную аудиторию в реальной жизненной обстановке. А как же кино? Оно тоже отражает жизнь на экране, но рассчитано на показ в пространстве кинотеатра. Можно сказать, что телевидение делается на сегодня, а кино – это изначально штучная работа и делается навсегда. Но параллельные пересекаются, и в точке пересечения двух великих искусств – вечного кино и быстротечного эфира – рождается телекино. В его создании и кроется секрет успешного телепроизводства. Умышленным причинением вреда здоровью предъявили камерунцам. Ультраправое движение «Фламандские ленты». Да хоть и погибать, кому какое дело? Безмолвная толпа, как стадо, пробредет. Да разве б я сама когда-нибудь посмела прохожему помочь, лишь заглянув в лицо? С вами все хорошо? Раньше у нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне.
Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Можно сказать, что Всероссийский кинофестиваль «Встречи на Вятке» уникален. В нем одновременно участвуют три категории кинематографистов – любители, детские студии и профессионалы. А объединяющим началом является конкретный жанр – игровое короткометражное кино. Пустые слова. Я влюбилась. Я? Неужели с тобой никогда такого не бывало? Чтобы я влюблялся? Да, пусть так. Влюблялся. Все вокруг меняется, и ты меняешься. Ничего с этим не можешь поделать. Кажется, что без этого человека ты не сможешь жить. Фестиваль – это творческое общение. Любители смотрят фильмы и учатся у асов кинематографа. А те, в свою очередь, заражаются задором и энтузиазмом. Это такой праздник, который раз в год всегда с тобой. Я чувствую обязанность, как лосось на нерест, прийти раз в год вот сюда. Ведь никто еще не отменял сентиментальность, правда? И никто не отменял человеческих чувств. А я глубоко верую в то, что вот с ребятами поколения 13-14-15 на уровне эмоций еще можно поговорить. Если бы найти хоть какие-нибудь следы человека. О! Развод. Сказали, что если завтра никто из вас опять не придет на собрание, то меня в школу не пустят. Вов, говори об этом отцу. Ты хотел для компьютера что-то купить. Сходи, купи. Я очень хочу, чтобы все было как раньше. Две моих самые главные мечты – это чтобы вы жили вместе и как раньше любили меня. Но так как вам на меня плевать, я тоже с вами развожусь. А посмотрите, как играют ваши актеры. Понятно, что когда видишь на экране свою подругу, друга, забываешь вообще обо всем. Не видишь никакой фальши. Это так здорово, когда смотришь свое кино. Ну, дайте посмотреть кому-нибудь вообще незнакомому, сядьте в уголок, как автор, и послушайте, что говорят о вашем фильме незнакомые люди. Они сразу видят ваши ошибки, и вам потом будет легче это все отмонтировать. Оценить свое творчество можно, отразившись в зеркале фестиваля. Редакция молодежных программ вернулась в Златоуст с тремя серебряными наградами. Сергей Коляскин появился на телегоризонте в программе «Повезло родиться здесь». И ему действительно повезло. Главное не то, что приз там, а главное это общение. Главное вот, то, что получил новую какую-то информацию для себя, узнал свои плюсы, минусы работы своей, других работ. То есть я откладываю все это в себя в голове, и там дальше будем развиваться.
Это мое последнее письмо, в котором я тебе хочу рассказать всю правду. Когда мой фильм начинали показывать, конечно, очень страшно. Такие эмоции, так, как воспримет зритель вообще вот все это. Дорогие кинолюбители, если у вас есть что показать или есть какие-то интересные идеи, приходите к нам. Последнее время люди в курсе просто осаждают нашу редакцию, желая стать не только звездами КВНа, но и телеэкрана. И не зря. Их скетчи, смонтированные с помощью Дмитрия Сыромолотова, стали серебряными звездами фестиваля. А сейчас я с удовольствием передаю фестивальный привет ребятам из школы номер 45, в которой учится Катюша Дзюбенко. Девочка хотел грозу, а получил козу, розовую козу с желтою полосой. Вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Режиссура. Вот, пожалуйста, там все четко, дети работают нехаотично. А чей этот клип? Златоуст. Златоуст. Молодцы. Хорошо вы сделали, класс работает. Зрительный зал, вы помните, как принимали? Вот, когда там они слона показывали, все смеялись. Даром преподаватели время со мною тратили. Наш с вами клип «Волшебник-недоучка» сдал экзамен на серебро. А в номинации «Лучший видеоклип» на приз Кировского радио «Релакс» получил первое место. Почему все-таки именно этот жанр игровое кино? Почему не что-то другое? Вы знаете, это очень интересный жанр. Просто он правда живой. Игровое направление развивается. Именно короткометражка. Новые силы, новые идеи. 10:02 на радио «Релакс». Ура! Все хорошо, молодец. Телевидение – синтетическое искусство. Подобно тому, как оно объединяет всех нас, таких разных, это чудо 20 века сумело вобрать в себя практически все существующие выразительные средства из живописи, фотографии, архитектуры, литературы, музыки, кино и театра. Кстати, о театре. Актерское мастерство является ключом к двери, ведущей в мир теле и кинозвезд. И чем раньше вы сделаете шаг в этом направлении, тем лучше. Печально, что в нашей редакции нет постоянных монтажера, оператора и корреспондента. Не положено по штату. Зато радостно видеть, как пополняются ряды будущих телевизионщиков. В школе номер 15 начала работу телевизионная студия. Ребята будут создавать для показа на школьном телеэкране еженедельный информационный выпуск. А самые активные вольются в состав нашей редакции. Дан старт телевидению нового поколения. Я пришла в эту студию, так как мне очень интересна именно журналистика, а также роль телеведущей на телевидении. Вот я всегда смотрела на этих дикторов, мне интересно, как же они там работают. Мне вот чисто здоровое человеческое любопытство. Хочу научиться снимать на камеру, стать оператором. Я в детстве очень хотела стать журналистом, прям очень-очень. Чтобы начать работу над передачей, надо немного поучиться. Ребятам пришлось сдавать настоящие экзамены. Анкета заставила их серьезно задуматься. А еще надо было рассказать о себе, прочитать дикторский текст, проявить актерское мастерство и просто от души посмеяться. На школьной сцене смело рождались проекты будущих программ. Сегодня у нас в гостях царица Клеопатра. Сегодня у нас в гостях девушка под номером 1. Якобы Клеопатра. Она возомнила себя богатой, состоятельной женщиной. А когда начинающим телевизионщикам предложили с экрана поговорить с первыми лицами, обозначились волнующие вопросы. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович.
наш телеканал отправил меня к вам в гости для того, чтобы узнать у вас мнение о нововведении в некоторых школах. Это школьная форма. Уважаемый Петр Иванович Сумин, я обращаюсь к вам с целью выяснить, почему у нас, так скажем, в городе нет достойной горнолыжной трассы. Вроде бы и склонов много, и погода хорошая. Теперь я хочу поговорить с президентом России и хочу с ним затронуть такую проблему, как образование. Здравствуйте, Дмитрий Петрович. Я считаю, что наш город загрязнен. Достаточно валяется мусор, и население не понимает эту проблему, и все дальше загрязняет город. Дорогая Марина Николаевна, обращаюсь к вам с очень важным вопросом. Некоторые ученики, да и учителя жалуются, то, что очень мало времени уделяется переменам. Если постараться, то у нас все получится. Ребенок, вот он что думает, то он и спрашивает, что его на сегодняшний день интересует, то он такой вопрос он и задает. А на такой вопрос не всегда просто ответить. Директор школы Марина Николаевна Пономарева делает все, чтобы состоялись первые шаги будущих звезд. Студия оборудована. И сразу после каникул 2 апреля в школе 15 выйдет первая телепрограмма. Привет! Это мы, Надя и Рома. В мире существует 7 чудес света. Мы уверены, что в каждой школе есть свои чудеса. А сколько же их в школе 15? Я бы хотела, чтобы это вот начатое дело наше не пропало, не затухло где-то, а вот все оно разгоралось больше. Вот, чтобы студия наша переросла из школьной студии, может быть, даже в городскую студию, вот хорошую такую детскую студию. Детскому, а тем более молодежному телевидению нужна поддержка. И не разовая, а постоянная. Станет ли наш эфир живой трибуной для подрастающего поколения? У ребят есть желание активно участвовать в жизни города, а желание созидать – это признак высокой культуры. С вами была Алена Корякова и программа «Мир через культуру». До скорой встречи!